Я хочу, чтобы к вечеру стены стояли, и не приму никаких возражений. Орки не перестанут на нас нападать из-за того, что нам нужно перевести дух. Но, сэр, люди не могут найти подходящие материалы. Ты мне будешь рассказывать, что они камни найти не могут? Да мы же в горах, забери меня, бесы. Если ты лично не хочешь доложить Нашеру о том, что мы потерпели поражение, потому что не нашли камней, то советую тебе вправить своим людям мозги и построить эту стену. Все будет сделано, сэр. Я уже 5 лет своей жизни угробил, пытаясь выучить эти отбросы. А вы кто такие? Вы подкрепление? Это я. Должен заметить, командовать этими фермерами – то еще удовольствие. Им еще учиться и учиться. Я Калум. Для тебя – командир Калум. Лорд Нашер отправил меня сюда, чтобы отбить родник старого филина. А ты что тут делаешь? Иссани? Он еще не прибыл, хотя должен был приехать 10 дней назад. Я послал разведчика, чтобы его отыскать. Постой. Ты же из городской стражи, верно? Вчера мне сообщили, что ты ко мне собираешься. Да, хотел бы я сообщить тебе новости повеселее. Нет. Мой разведчик еще мне не докладывал, но он должен скоро вернуться. Он один из лучших. Честно говоря, мы сами в этом не уверены. Информация, которой я располагаю, довольно расплывчатая, если не сказать хуже. Но этот маршрут наилучший. Это один из тех немногих путей, которые они еще не пробовали использовать. Ну уж нет. Ждать без дела ты у меня не будешь. Я рассчитываю, что ты поможешь нам обороняться от орков. Если моему разведчику не удастся выполнить свою миссию, то, возможно, тебе придется это сделать. Ну а пока ты останешься здесь. Я надеюсь, ты поможешь нам укрепить оборону этого лагеря. Снаряжение у тебя есть свое, так что найди себе свободный угол и будь наготове. Тревога! Орки! Орки атакуют! Вот так всегда. Ни минуты покоя. Серые плащи! К оружию! За Невервинтер! Так, серые плащи! Всем на свои посты!